Этими мощными корешками можно вылечить желудок, применять для очистки воды. Это отличная профилактика от гастрита. Ими полощут горло при острой ангине. Помогают при кишечных коликах. Знакомьтесь, это высушенные корни аира. Для того, чтобы получить порошок из корневищ, корни нужно измельчить при помощи кофемолки. Также аир болотный – сильное лекарственное растение от выпадения волос. Его используют в виде концентрированного отвара, который втирают в кожу головы. Но прежде всего аир используют при заболевании желудочно-кишечного тракта. Также аир укрепляет зубы и десна. Просто нужно смешать зубной порошок с порошком корня аира и чистить зубы 3 раза в день. Для лечения желудка щепотку порошка запивают водой за 30 минут до еды. Пьют по щепотке аира 3 раза в день. Если у вас холодные руки и ноги, следует принимать ванночки с корнем аира. Также аир уничтожает паразитов в организме. С древних времен аир причисляют к пряностям, а высушенные корневища используют вместо лаврового листа, корицы или имбиря. Эфирное масло из корневищ аира применяют для ароматизации туалетного мыла и сбора для ванн.